Карта героя появилась в 64-й школе Самары накануне Дня героев Отечества. Почетное право сидеть за ней нужно заслужить. Это будет позволено только отличникам и победителям Олимпиад. 9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Чествуют героев Советского Союза и Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. 64-я школа Самары носит имя Героя России Виталия Талабаева. Карьеру военного Виталий выбрал по примеру отца. Закончил Суворовское училище, затем Рязанское воздушно-десантное. В 1995 году отправился воевать в Чечню, а в 1999 погиб, подорвавшись на мине. Несколько лет назад родители Виталия передали в школьный музей личные вещи героя, и с тех пор постоянно проводят со школьниками беседы. Мы сотрудничаем с родителями Виталия Викторовича. Они активные участники вот патриотических каких-то мероприятий. Классные часы с детьми проводят. Одни из самых, наверное, ярких, запоминающихся классных часов, потому что настолько вот они эмоционально дарят детям восприятие какое-то, да, патриотические классные часы, поэтому действительно вот в связи с этим взаимодействием, наверное, вот наша школа и получила имя Героя Российской Федерации Виталия Викторовича Талабаева. Родители Виталия Талабаева – члены общественной организации «Герои Отечества». Благодаря их участию в 2020 году была издана энциклопедия подвига Самарской области. Это книга, которая рассказывает о боевых героях. В 63-м регионе 299 героев Советского Союза, 41 полный кавалер Ордена Славы, 66 героев Российской Федерации. Своей работой, вот этой встречи с детьми, хочется ребят направить, рассказать им, чтобы сохранить память о этих ребятах. Наша задача, как бы, пока мы живы, кроме нас, как говорится, ну не то, что никто, но стараться детям донести, что Родину защищать надо, Родина всегда подвергается каким-то нападкам, это с давних времен. Он один из тех героев, которые у нас были, есть и будут. Наше государство большое, наше государство и Родину надо защищать. И такие патриоты, они у нас всегда есть. Помимо открытия парты героев, в 64-й школе прошли торжественная линейка и уроки мужества. Виктория Шарая, Константин Головин. События.